Знак «Шипы» теперь можно устанавливать по желанию. За его отсутствие уже не оштрафуют. В правила дорожного движения внесены изменения, сообщили в пресс-службе МВД РК. Напомним, в ноябре прошлого года комитет административной полиции требовал установить знак «Шипы» на стекле машин с шипованными шинами. Это вызвало ажиотаж среди автовладельцев. В Астане появились стихийные точки продаж. Цена одного знака составляла в среднем 300 тенге. За отсутствие знака в первый раз водители предупреждали, затем штрафовали на 3 МРП. Это больше 6 тысяч тенге. Такие жесткие требования уже не действуют, но участникам движения теперь стоит быть внимательнее и держать дистанцию.